что, провожаем? Провожаем, провожаем. Новогоднее обращение. Провожаем, провожаем. Провожаем. Провожаем этот год. Граждане России. Да. Заканчивается 2021 год. Совсем скоро время перенесет нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день. 2022 начинается! Начинается! Да, да, да! Скорее, скорее! Кто-то пишет, что-то бумажечка, бумажечка, да, да! Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, горим, 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 сюда, 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 ай-яй-яй, еще чуть-чуть сюда, давай, 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 точно исполнится, осталось еще несколько, несколько, 10 ударов. Да, ой, вкусно, ой, сбудется. С Новым годом, подождите, подождите, я не выпила, осталось 4 удара, давай. Бумажка. Давай, давай. Все, придется глотать. Залпом. Бум-бум. Тихо, можно посмотреть? Ура! С Новым годом! Снег и фейерверк. Вообще, Новый год. Вот он, настоящий. С Новым годом, с новым счастьем! Это круче, чем обращение президента Российской Федерации, мне кажется, сейчас было. Ну так, ну, конечно, то понятное дело, но вот это... С Новым годом!